Всем привет, с вами Андревар. Ну что, пам-пам, заканчивается шестой уже сезон. Кажется, недавно начинался первый, а уже заканчивается шестой сезон. То есть завтра он закончится. И сегодня в данном видео давайте я вам покажу парочку своих атак. Ну, на данный момент, как видите, я на 23-м ранге. Как бы, грубо говоря, выше у меня не получилось подняться. Я бы мог начинать оправдываться, что за счет того, что это разработчики-козлы не дали мне сундуков, за счет еще того-сего, но на самом деле, как бы... Наверное, руки и желание как бы задротить. Плюс у меня кончился резерв, и после того, как сундуки пропали, я его не стал даже подключать больше. То есть принципиально решил, что не буду в этом сезоне подключать бесконечный резерв. Пошли разработчики нафиг, раз не дали сундуков, ну и хрен, не дам я им свои $10. Но сегодня в данном видосе давайте попробуем немножечко потачить, немножечко попробуем, покажу, как это работает, чем я тачу, как я тачу, что я делаю. Ну, соответственно, сейчас у меня максимальный микс. За счет того, что я прокачал свое дерево прокачки, ну, практически на максимум, то есть у меня есть и щеки максимальные, у меня есть тяжелые вертолеты максимальные, у меня есть бомбардиры максимальные, у меня уже герой Брик есть, у меня, ну, практически есть все. Ну и что я могу вам сказать, давайте пробовать, давайте начинать. С этой стороны, вот именно с этой стороны мы пойдем двумя тяжелыми вертолетами, двумя бомбардирами и одним бриком для того, чтобы ускорять именно моих... Для того, чтобы ускорять моих именно бомбардиров, чтобы они стреляли как можно быстрее. С этой стороны мы пойдем именно ищейками. То есть надо же как-то, ну... С разных, грубо говоря, с разных углов начинать атачить. То есть этих два машинных отделения я точно забираю ищейками. Это, наверное, я заберу бомбардиром. Ну, сейчас увидим, как здесь дальше дело пойдет. Может быть, даже я и третье машинное отделение заберу с помощью моих ищеек. Хотя там сильно много. Хотя, в принципе, это машинное отделение можно будет что забрать с канонерки. Самое главное, чтобы побольше выжило бомбардиров, чтобы они могли дэмажить. Так, сюда наверх. Раз, два. Пойдем. Подрубай способность. Подрубай. Отлично. И сейчас перемещаемся на самый верх. Сносим именно те машинные отделения, которые надо снести. Так, добиваем последний, не забыть. А то иногда бывают случаи, когда ты просто, ну, то есть, по инерции забываешь, что надо сносить еще машинное отделение. И сносим последний. Тайминг 2, ну, не быстрый. То есть, здесь уже больше отталкиваться от противника. Если он старается, если он забирает быстрее, конечно, можно где-то нафейлить. Но в целом у меня примерно 50 на 50. То есть, 50% побеждаю, 50% проигрываю. Именно поэтому я и сижу на 23-м ранге. То есть, ниже я не опускаюсь. Но в то же время и выше мне на данный момент подняться очень сложно. Все-таки попадаются реально некоторые индивидуумы, что, ну, прям вообще просто по-крутяцкому сносят мою базу. Этот не из таких. То есть, вот этот челик точно не из таких. Потому что, ну, видите, уже... Прям минута это прям, ну, очень слабенькое время. При том, что, да, давайте я могу вам показать. Меня сносили и 2.43, 2.25. Тут даже я не снес, тут тоже не снес. 2.36, ну, такое себе время. Но этот вообще гораздо хуже. Пока этот противник атачит, давайте я вам покажу ветку просто всю свою до самого-самого конца. То есть на данный момент я прокачал все, что мне надо. То есть базуки... Как я и говорил, они не надо были, я их даже не открывал. Дым один вполне хватает для того, чтобы где-то прикрыть ищеек. Аптечка, ну, практически вообще бесполезная. Заморозки я даже не играл. Торы это просто бесполезно на каждом сезоне, практически кроме первого. На каждом сезоне, как появились ищейки, торы стали бесполезными кусками говна, которых вообще никто не берет. То есть это 30 дополнительных. Да, я не открыл еще красные мины. Да, я не открыл еще критеры, которые мы сегодня в данном видосе-то и откроем. Плюс вот это бесполезно, вот это бесполезно, вот это бесполезно. Сюда можно было, конечно, добраться ради какой-нибудь одной ракетной дополнительной установки, но это придется открывать танки и еще придется, то есть, ну, здесь еще настоящий штук 70 ключей точно надо. Ну, и самое последнее, это мины, которые, ну, я что-нибудь сегодня открою. То есть, возможно, это будут критеры или красные мины, ну, либо здесь я добавлю еще дополнительно 5 шоковых мин. Сейчас мы это посмотрим. Сюда я уже точно не пойду, сюда я просто не успею. Но так, как видите, дерево прокачки у меня практически максимально, то есть, все, что мне надо,
надо, у меня уже открыто. То есть те способности, которые я вам показал, которые я точно открывать не буду, я их даже близко дергаться не буду, и они вообще не надо. Не, ну, заморозки прокачивать не надо, огневики не надо, медики не надо, буллит уже, в принципе, тоже не надо. Так, следующий противник, уже все на моем левеле, уже последний день, грубо говоря, уже абсолютно все, у всех все есть, у всех все прокачано, соответственно, мы примерно реально равны, то есть не то, что я там типа уже вырвался, нет, мы примерно реально равны, здесь уже больше решают руки, кто на что гораст и как лучше кто атачит. Смотрите, здесь идеально, вот когда здесь такая раста, это прям идеальная раста под вот этих двух чопперов, ну, двух тяжелых вертолетов, плюс двух лодок-бомбардиров. Прям просто туп идеальнейшая раста. А сюда мы побежим именно ищейками. То есть за счет того, что здесь один единственный шок, я его снесу. Ну и все, давайте атачить. Я вам расписал, что я буду делать. Так, бамц-бамц, потом бам-бам, аккуратненько. И, ну, я обязательно высаживаю Брика, все-таки он помогает. То есть он все-таки помогает где-то побыстрее что-то сделать, где-то побыстрее все это снести. Ну, его способность. И в этот момент начинаем высаживать с этой стороны бамс. Бам-бам-бам. Так, сносим, как я и говорил, шок, потому что, ну, его очень много раз придется шокать. И, соответственно, за счет этого я потеряю кучу дополнительного заряда канонерки, который бы мне пригодился. Так, здесь мы подшокали, и еще, когда мы будем перемещаться туда, я подшокаю вон те здания. Все, так, сносим зыс, ну и, наверное, еще вот это. Так, пант сюда. И панц сюда. Все, бонус. Так, я надеюсь, там ищейки не переключатся. Нет, отлично. Все, время, тайминг 3 минуты. 3 минуты это, ну, такое время на моей базе точно никто выдавать не будет. То есть за последних 3-4 дня 3 минуты на моей базе, сразу скажу, никто ни разу не выдавал. 2.57 это рекорд, какой-то китаец выдал и все. То есть 2.21. Я говорю, то есть, ну, на моей расте такое время, ну, невозможно выдать, как бы люди не старались. То есть у меня здесь единственный самый главный косяк, что я могу, ну, гораздо дольше забирать. Все. То есть мою базу, ну, так быстро точно сносить не будет. Если я сношу очень быстро, то прям идеально все получается. Так, давайте я все-таки... А, чуточки не хватает. Чуточки не хватает. Окей, я понял. Чуточки не хватает. Давайте тогда еще немножко подождем до этих шоковых мин. Соответственно, я еще открою дополнительно 5 шоковых мин. Где-нибудь их расставлю. Они все равно очень сильно тормозят реально противников. Ну, прям максимум шоковые мины. Это настолько классно. Вот обычные, ну, где-то они там помогают, но не так. Красные, ну, практически вообще бесполезны. Но шоковые мины это самые-самые классные мины, которые вообще существуют. Снова идеально расты. Я не знаю, почему здесь вот, ну, здесь все это размещают. Но по мне это идеальная раста для вот этих. То есть, а потом сюда вот остальными бежать. Ну, прям вообще изи. Единственное, когда вот иногда здесь размещен луч, вот тогда эта раста, ну, тогда эта раста нормально. Возможно, люди пытались скопировать чужую расту, типа, о, блин, тут люди размещают так, но они не посмотрели, что там луч. Когда луч здесь есть, тогда бомбардирами сложно. Тогда просто их надо контролировать, а если ты начинаешь контролировать бомбардиров, ты отвлекаешься от ищеек. То есть, ну, все захватить невозможно. То есть, ты или одним как бы управляешь, или ищейками управляешь, которыми я, в принципе, и стараюсь управлять. Ну, либо ты управляешь, грубо говоря, бомбардирами, но тогда ищейки прям очень сильно страдают. Так, бам-бам. Здесь мы подшокаем. Здесь мы снесем. Мы подшокаем еще одну. Здесь мы снесем. Ну и, грубо говоря, все. То есть сейчас мы просто наблюдаем, как банс. Так, сносит. Самое главное, чтобы там снесли вот это, потому что мне на 2 машинных отделения просто не хватит канонерки. Мне вот это уже плохо. Вот про это я и говорил. Вот про это я и говорил, что мне, ну, на 2 машинных отделения просто тупо не хватит канонерки. Так, пошли. Просто на 2 машинных отделения вообще никак не хватит канонерки. Все, отлично. Ну, то есть время, конечно, такое себе,
вау, ну отлично. Все равно 2.33, противник начал со мной атаку. Ну, то есть, вы помните, я начал атаку, он начал атаку. Соответственно, у меня еще 4 машинных отделения размещены на базе. Значит, у него будет меньше, чем до 2 минуты, походу. Да, тут, ну, даже меньше, чем за... А, он даже вообще, походу, не заберет. То есть, он даже не смог пробиться. То есть, не хватило. Где-то зафейлил, где-то не подбросил шок, где-то потратил лишний заряд канонерки. Да, на моей тоже базе уже такое бывает. То есть, как бы я уже прокачал. Ну, грубо говоря, вы видели все. Соответственно, да, на моей базе такое иногда, периодически бывает, что и меня могут забрать не на все 7 машинных отделений. Вот, собственно, такой сезон. Вначале он получился хорошим, в конце он получился реально косячным достаточно. На данный момент, грубо говоря, то есть надо очень много задротить для того, чтобы, ну, выйти куда-то в огромный плюс. То есть, ну, в принципе, давайте, если получится сейчас победка, то получится. Давайте я единственная. Или, может быть, знаете... Или, может быть, давайте я вот этих красных открою, просто их прокачаю на максимум. Заодно выставлю. Плюс прокачаю вот эту канонерочку на максимум. То есть, у меня, грубо говоря, вот, ну, из максимума, что бы я хотел еще открыть, критеры и, ну, вот это. Все, все, больше мне ничего не надо. То есть, грубо говоря, здесь 42, здесь 48, это еще 90. 90 ключиков и все, и вообще, то есть, ничего не надо. Да, сюда можно было бы добраться, но это самое максимальное, что можно было. То есть, кто открывал, например, легендарные сундуки, я думаю, они до туда дошли. Я думаю, у них это получилось. То есть, у меня как бы не было возможности открывать легендарные сундуки за счет того, что я все-таки не так высоко поднялся. Так, сюда, сюда... Окружим, грубо говоря, окружим этим красными минами, потому что все равно горы бегут, больше будут умирать именно на красных минах, то есть, соответственно, за счет этого меньше их останется на самый-самый конец, и, то есть, соответственно, моя база может просто тупо выжить в дэмэдж. Ой, блин, тут вообще 4 машинных отделения, это еще лучше. Мне, подождите-ка, мне, может, немножко надо будет здесь 3 лодки. Так, я здесь кидаю обстрельчик. А, блин, смотрите, какой чел. Хитрожопый. Смотрите, какой хитрожопый чел. Вот шок здесь, это прям реально классно. Вот шок здесь, я вам серьезно говорю, это прям реально круто. Шок здесь, это прям реально круто. Окей, давайте третью лодку бомбардиров добавляем. Раз, два. Раз, два, три. Потом Зис. Зис из хорошо. Буду сносить щит, мне ничего не остается. То есть я шок никак там. Ну, я просто тупо ничего не сделаю с этим шоком. Его придется сносить. Пам-пам-пам. Его придется сносить. То есть, соответственно, мне надо будет... Пам-пам. Раз, два, три. Воу-воу-воу-воу. Опа, блин, вообще косяк. Так. Так, будем надеяться, они снесут. Будем рили надеяться, что они снесут. Да, отлично, все. Забрали, сейчас сносим это машинное отделение. И перемещаемся туда. Все. Изи, блин, 3 минуты, ну, ладно, как бы здесь, грубо говоря, пэмц. Сколько у меня там бомбардирчиков-то выжило? А, ну, у меня еще куча заряда канонерки, йоу, камон, чё я сижу на месте, у меня еще куча заряда канонерки, там просто тупо добить. Сейчас перейдем на 24 ранг, я уже чувствую, что сейчас мы перейдем на 24 ранг. Ну, на самом деле, как я и говорю, если бы я сильно много задротил, у меня бы получалось, но за счет того, что у меня просто нет резерва, то есть, ну, прям сильно задротить у меня, ну, нет возможности. Йоу, он ничего не сделает. Он даже не заберет последнее машинное отделение, походу. Не, ладно, может заберет, то есть все-таки здесь раз, два, три, четыре, здесь еще вертик остался, здесь еще вертик, ну, здесь, грубо говоря, одна пушка. Бам-бам. Не, заберет, ладно, заберет, но вы видите, тоже в минуту. Но это совсем не тот тайминг, на который можно рассчитывать, ну, за две. Это не тот тайминг, на который можно рассчитывать на победу. А, да, если бы задротил, может быть, у меня что-нибудь и получалось, потому что в основном я просто открывал сундуки и забивал. Открывал сундуки, забивал и, грубо говоря, там особо ничего не делал. А, так, у меня появилась возможность взять критеры или взять...
мина, взять критери или взять мины? Давайте возьмем для дефа мины. 5 шоковых мин. Именно шоковых. Именно шоковых. То есть зеленые, как бы, ну, такое себе. Именно шоковые мины. Плюс давайте сюда. 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 Вот так. Ух, отлично. Ну и сейчас с этими шоковыми минами давайте проведем, попробуем атаку. У меня как раз на последнее. То есть, грубо говоря, у меня последние ищейки, с которыми можно протачить. Вот, вот только так я и мог каждый день оттачить. То есть, ищейки восстанавливаются очень долго. То есть, я мог иногда, то есть, периодически заходить, немножко протачить, периодически заходить, немножко протачить, и все. Грубо говоря, как только ищейки. Все, у меня даже... Так, здесь тяжелый. Здесь у меня даже, видите, не хватает полностью загрузить ищейки максимально в лодке. Ну, просто тупо не хватает возможности. Такс. Там, подождите, здесь... О, блин, кстати, критером сейчас бы так классно почистил бы. Сюда критеров подбросил. Просто сюда бомбочка. Ну, одна лодка побежит. Просто одна лодка спереди побежит. Так, здесь шоковую надо будет убрать. Здесь шоковую, здесь убрать, убрать. Все, отлично, я понял. Все, бамц, бамц. Бам-бам. Вот, вот здесь луч. Вот прям идеальная на концовочку база. Вот прям серьезно говорю, идеальная на концовочку база, потому что могу слиться. Бамц, там. Раз, два, три. Бросаем, сносим. Тут бросаем. Так. Здесь так, так. Опа. И сюда. Все, здесь мои бомбардиры донесут, а последнее машинное отделение я просто снесу с канонерки. Easy win, как говорится, easy win. Так, все, последнее добивает, я там тоже добиваю. 3 минуты 2 секунды. Учитесь, как папка играет на 7 машинных отделениях, на максимальном количестве прокачки. Ну, вы сейчас видели, я ничего не вырезал, вот прям все максимально в один дубль делал. Но никто на данный момент такое время на моей базе, ну, при такой вот расте, сделать не может. То есть вы можете... В принципе, соорудить что-то похожее. То есть я у кого-то эту расту подсмотрел, вот эти накрытия вот так вот этим небесным щитом, два последних машинных отделения я тоже подсмотрел, чтобы они сюда не шли на это машинное отделение и оттуда не расчищали. То есть чуть-чуть смотрел, здесь я сам додумался, как бы грубо говоря. Но вот это, если бы у меня вот этой мины пушки не было, а вместо него был вот этой мины пушки шоковый генератор, было бы еще круче. Но мне жалко 100 гемасов тратить на то, чтобы обменять. Вот такой видос у меня получился, уже дальше не имеет смысла играть, потому что, ну, блин, уже у меня уже нет войск, у меня уже просто тупо нет войск, соответственно, мне нечем оттачить. То есть у меня осталась одна лодка, у меня осталось, даже нет, у меня даже нет ищеек. То есть моя тактика не будет работать без ищеек, ну, совсем вообще никак не будет работать без ищеек. На данный момент могу уже подытожить, то есть я, может, еще вечерком парочку каток катану, но на данный момент я занимаю по Беларуси 5-е место. Но во всемирный топ я, конечно же, не попадаю, потому что, ну, здесь люди гораздо, гораздо выше, то есть гораздо раньше забрались на этот легендарный, то есть дополнительные сундуки, плюс вполне возможно куча из этих людей все сундуки падали. То есть у меня, как я и говорил раньше, у меня 3 дня, за 3 дня у меня был один сундук, именно в период перед тем, как разработчики все это пофиксили. То есть, соответственно, я лишился возможности залезть рано именно в легендарный ранг. Да, нет, здесь надо еще кучу. То есть еще, грубо говоря, мне практически целый левел надо прогнать для того, чтобы забраться в топ 500 мира. Не знаю, если вдруг у меня все пойдут прям тупо победки, как сейчас идут, конечно, было бы хорошо. Плюс, если бы я еще открыл дополнительный сундук, у меня бы... Вполне возможно... Не, надо два. Два. Чтобы открыть критеров, надо еще два дополнительных сундука. Короче, вот такой итоговый видос. Вот так я заканчиваю сезон. Пишите в комментариях, как вы заканчиваете сезон, на каком ранге. Будем смотреть, будем ждать следующего начала сезона. Это где-то через неделю в основном начинается. То есть это не будет не на этой неделе. Следующий сезон начнется только со следующей недели. Если вам данный видос понравился, то, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты. Ну а с вами был Андрей Вар. Всем пока.